В мире ничего не существует ценнее здоровья. Правильное питание, занятия спортом и отсутствие вредных привычек позволяет человеку быть всегда молодым и бодрым. Но даже такой образ жизни не может быть гарантией. Проблемы со здоровьем могут возникнуть у каждого, независимо от того, на каком континенте он проживает, какую веру исповедует. Охрана здоровья граждан – это неотъемлемая составляющая каждого цивилизованного государства. Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, приурочив к данному событию. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организовали спортивное соревнование с участием подопечных, где также активное участие приняли сотрудники городского отдела полиции. Цель – организовать детям здоровый досуг, приобщить к здоровому образу жизни, приобщить к здоровым видам спорта, к интерес вызвать к этому. Сделать так, чтобы дети наши были чем-то заняты, заинтересовались и, может быть, сами пришли сюда тренироваться в будущем. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. Для занятия физической культурой и спортом молодому поколению города в Хасавюрте имеются множество секций, клубов и спортивных площадок. Борьба с болезнями зависит не только от работы врачей. Ее успех зависит от понимания и желания людей создать для себя более здоровое будущее, предотвратить разрушение собственной среды до обитания и изменить свое поведение. Существует у нас такой клуб арбалетный лучный. Вот хотим сегодня сделать турнир по стрельбе из лука и по настольному теннису. 8 числа в Аркабаше у нас будет республиканский турнир. Любой желающий может участвовать тоже. Где-то что-то не хватает, будем подсказывать. Будем рады, если Хасавюрта будет много посетителей. День здоровья проводится для того, чтобы широкая общественность задумалась, насколько важна и ценна здоровье, и как нужно себя вести, чтобы сохранять его не только себе, но и окружающим. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».